Всем привет! В этом видео я расскажу о том, как восстановить данные, которые были утеряны в результате очистки диска, флешки или карты памяти с помощью команды Clean в Dispart. Поехали! Друзья, если вам нужно восстановить удаленные данные, просмотреть или восстановить очищенную историю интернет-браузера, то в этом вам помогут программы компании Hetman Software. Перейдите на сайт по ссылке из описания, бесплатно скачайте и установите нужную программу. Запустите анализ диска. Утилиты отобразят доступные для восстановления данные, и вы сможете просмотреть и вернуть их. На нашем канале и в блоге вы найдете решение любого вопроса, начиная от установки системы, ее настройки и исправления возникающих проблем и ошибок, и заканчивая оптимизацией работы мобильных устройств. Наши специалисты с радостью ответят на ваши вопросы в комментариях к роликам или статьям. Очистка диска и его разделов с помощью инструмента DiskPart и команды Clean – это один из способов восстановления карты памяти, USB-флешки или жесткого диска в случае их неправильной работы, сбоя, отображения неправильного размера. Также данная команда используется для разблокировки защищенной от записи флешки, карты памяти или жесткого диска Windows 10, 8 или 7. Команда Clean Dispart удалит разделы, которые невозможно удалить встроенными Windows-инструментами, такими как управление дисками. Этот процесс полностью удалит таблицу разделов диска, что позволит записать ее заново. Но иногда при использовании данного инструмента системы что-то может пойти не так. Вы можете случайно выбрать не тот диск или раздел и удалить его. Так как вы смотрите это видео, то скорее всего знаете, как использовать инструмент Dispart Clean. Но для наглядности и чистоты эксперимента я продемонстрирую. А в результате вы получите чистый диск с отсутствующей файловой системой. Причем не каждая программа для восстановления данных сможет восстановить утерянные таким образом данные. Как же восстановить утерянные в результате команды Diskpart Clean данные? Итак, что делать в случае очистки диска командой Clean или попытки восстановления с помощью данной команды заблокированного или неформатирующегося диска, флешки или карты памяти? Для восстановления утерянных файлов давайте воспользуемся Hetman Partition Recovery. И дальше вы поймете почему. Запустите программу, и вы увидите все подключенные к ПК диски. Наш диск, который очищен с Clean, это флешка на 16 ГБ. Но может быть и любой другой носитель, это не важно. Нахожу ее среди обнаруженных программой и пытаюсь проанализировать. Выбираю быстрое сканирование. И что мы видим? Программа не может проанализировать флешку, так как на ней отсутствует файловая система. Это именно то, с чем вы столкнетесь при попытке проанализировать диск после команды Clean большинством программ для восстановления данных. Чтобы восстановить данные, нужно проанализировать не файловую систему данной флешки, а ее как физическое устройство. В результате программа попытается обнаружить ранее существовавшие на носителе файловые системы и хранимые в них данные. Для этого в списке «Физические диски» выбираю свою флешку и сканирую ее с помощью полного анализа. В зависимости от объема сканируемого диска, время анализа может быть разным. Дожидаюсь окончания. В результате анализа мы видим следующую картину. Программа обнаружила на очищенной флешке несколько разделов. Это существовавшие ранее на данной флешке разделы и файловые системы. Причем определены даже названия некоторых из них. Нахожу нужный мне утерянный раздел и кликаю по нему. По сути, это все. Здесь есть все файлы, которые утеряны в результате очистки диска командой Clean. Причем обозначенные красным крестиком – это те файлы, которые уже были удалены на момент очистки диска. Нахожу файлы, которые мне необходимо восстановить.
можно просмотреть их в окне предварительного просмотра. Переношу их в список восстановления и нажимаю «Восстановить». Указываю способ и папку для восстановления. Все, файлы восстановлены. Чтобы вернуть работоспособность очищенному диску, создайте на нем простой том, используя меню управления дисками, и отформатируйте его. Но рекомендую вам не делать этого до того, пока вы не восстановите из очищенного диска данные, так как еще одно форматирование может снизить качество и количество восстанавливаемых данных. На этом все. Если видео было полезным, ставьте под ним лайк и подписывайтесь на канал Hetman Software. Задавайте возникшие вопросы в комментариях. Всем спасибо за просмотр, всем пока!